Северная Осетия получит более 300 миллионов федеральных средств дополнительно. Поправки в текущий бюджет республики обсудили депутаты в ходе очередного заседания парламента. На встрече также рассмотрели 50 республиканских и федеральных законопроектов. Они касаются мер социальной поддержки многодетных семей, корректировки норм административного, жилищного и бюджетного права, а также безопасности дорожного движения. Депутаты рассмотрели и пакет документов по совершенствованию Конституции России. Теперь должностные лица правоохранительных органов могут быть наделены полномочиями по составлению протоколов. Единогласное одобрение членов Совета получил и законопроект, ужесточающий санкции за продажу жевательного и сосательного табака. Председатель профильного комитета Валерий Балякоев представил поправки в республиканский закон о приватизации госимущества. Вводится запрет на приобретение госимущества юрлицами, зарегистрированные в офшорных зонах. Пакет законопроектов в сфере ЖКХ представил руководитель профильного комитета Эльбрус Бакоев. Один из них предлагает установить порядок расчета платы за коммунальные ресурсы, исходя из показаний приборов учета. Сейчас оплату холодной и горячей воды, отведение сточных вод и электрической энергии рассчитывают, исходя из нормативов потребления. Принятие законопроекта, как считают авторы документа, позволит обеспечить принцип справедливости в части платы за услуги ЖКХ.